Сегодня в Киевском районном суде прошло судебное заседание в отношении моего супруга Абдулкадырова Вели. Суд прошел сегодня очень горячо, так как со стороны следователя чувствовалась особая неприязнь, да, ко всему нашему, ну, крымско-татарскому народу. Когда мой муж Вели хотел сделать напоминание для всего джемата, для всех присутствующих, следователь стал его перебивать, на что присутствующие из зала решили заступиться за него. И к этому человеку, да, было со стороны следователя грубое высказывание, то есть он сказал ему: «Закрой свой рот». Мой муж, альхамдулиллях, держится стойко, передавал всем огромный салям алейкум, слова поддержки, благодарности. Эти ребята, которые сейчас, над которыми проходят эти суды, показывали всю несправедливость, которая проходила над нашим народом, над мусульманами Крыма. Искренние, отзывчивые люди, которые постоянно находятся среди народа, в помощи, ну, в любых делах наших общих, они являются, ну, первыми, можно так сказать. Кого-то обвиняют за то, что они раскрывают лживые предъявы нашим братьям, допустим, как наших сегодняшних ребят-журналистов. В ходе судебного заседания Владлен Абдулкадыров пытался делать напоминание для всех, для всего своего народа, а также для слушателей. И в какой-то момент Владлен сказал о том, что к зданию суда, и не только на территории Крыма, а также по всей Российской Федерации и во всем мире, люди поддерживают. На что следователь сказал о том, что ты тоже когда-то приходил к зданию суда и был по ту сторону. Сегодня ты находишься уже здесь. Когда слушатели из зала стали возмущаться на его такую реплику, он сказал, что вот это вот наша такая недоработка о том, что приходит такое количество людей к зданию суда. Пришли поддержать наших братьев, которые незаконно обвиняются в том, что они даже и не думали совершать, в том, что они читают книги, в том, что они изучают свою религию. Нас сегодня сюда привело очередное заседание по нашим ребятам, по крымским мусульманам, которые проявляли активную гражданскую позицию свою, да, и были заключены по надуманным обвинениям. Мы здесь, чтобы показать, что они не одиноки, что за ними есть поддержка, да, и мы надеемся, что Аллах в скором времени их освободит. Одни и те же обвинения были, значит, террористы, они хотели, они то хотели сделать, они это хотели сделать, значит, запрещенная организация в России. Ну, теперь объявили это очень хорошее выступление, сказал Владлен. Очень, как и четвертую Женевскую конвенцию, все. Но они, этот суд ничего не принял во внимание. Я считаю, справедливость восторжествует. И бузум баллар эбсу хайтар ветанна. Ос айлилерне, ос аналарна, ос хорандаларна. Кена яшаешь девам этэджи. Пек стим, Аллахта стим. Вот тез вахта, тез сата букунер кельсун.